Всем-всем доброго вечера. Доброго вечера. Малышня начинает угоманиваться. Ай, мама подошла, надо дальше беситься, веселиться и играться, да? К вам прям подойти нельзя. Вы же уже все начали угоманиваться. Да, Милуся не хочет играть, говорит, спать пора. Вы что? Правильно, Милуся, ругаешься на них. Скажи, пора спать. Что это такое? Бесится они. Вечер на дворе. Правильно, правильно, ругайся на них. Видишь, какие они, игруны. Да, скажи, я уже тут спать собираюсь. А им бы все беситься, да, Милусенька? Скажи всем спокойной ночи. Вот она поцеловала мамку. Говорит, мамка, пойдем уже спать. Уже поздно, встали рано. А эти, посмотрите, подошла, и они сразу же беситься на меня, прыгают. Веселятся и кусаются. А этот чудо-ребенок, маленький Фионок, всех на место ставит. У Лялюшки уже спокойные игры. Да, погрызть игрушечку с удовольствием. Тихонечко тогда. Скажи, я уже набегалась и наигралась. Уже спать пора. А эти неугомонные, неугомонные. И покусаться надо. Этот на меня залез. Да. Маленький лазутчик на диван уже запрыгивает. Все-то он умеет, все-то он может. Настоящая большая собака, да? Ты большая собака? Да, скажи, я и собака, и игрока, я заровака. А ты, Фионок, пожелаешь всем спокойной ночи? И хороших-хороших снов прекрасно. Смотри, вон Лялюшка какая, молодец у нас уже. О, позивулька, позивулька. Всем показывает, что пора уже спать. И тебе пора спать. Всем спокойной ночи, прекрасных снов. И до завтра, наши дорогие. Да. А завтра будет новый день и новое веселье, да? Ой, Господи. Две заровашки самые главные. Пошлите спать. Пошлите.